Всем привет! Это обзор вот на такие пумы. Сейчас 785 грамм. Это вес одной пары. Перейдем к коробке. Сама коробка в таком пакете. Внутри коробки был такой симпатичный пыльник. Вот. Он раскрывается, он большой. Тут такие веревочки, фиксаторы. И как вы видите, типа там золотая крошка. Изначально, когда я открыл такую коробку, я думал, это грязь, пыль, не знаю что. Встряхиваю, отряхиваю, не могу, короче. Потом я понял, что это фишка, а не баг. Фэнси, все дела. Вот сама коробка. Когда я впервые взял в руки эту коробку, я думал, не знаю, это килограмм 100. Блин, какая она тяжелая. Сейчас я подниму. Данные, размер, длина стельки и так далее. Все как всегда, никаких удивительных приколов, ничего необычного. На коробке такая надпись Fenty. Но эта коробка сейчас нам не нужна. Нам сейчас нужны сами кроссовки, кедры, как назвать, не знаю. Тут написано Бариана. На самом деле это и есть коллаб Пумы с Рианой, или точнее с брендом Риана Фенти. Вот. Стилька походу кожаная. Данный материал — это то ли синтетика, то ли хлопок. Достаточно приятный материал. Сама замша тут поприятнее, чем на среднестатистических Пум Суид. А это не что иное, как Пума Суиды на более высокой подошве. И они достаточно высокие. Где-то вот отсюда вниз это уже сама резина. Вот. Внутри вот, вот столько. Как вы видите, палец засунул. Это где-то до сюда. Вот. Да, где-то, как и сказал, где-то вот такое расстояние. Штуки есть белые и зеленые. Я задумывался вот такие еще шнурки добавить, это тоже от Puma, но от другой модели, это Sweet, там, Basket, там, что-то, не знаю, B-Boy, не знаю, какие-то там спецэдишн для танцев Puma были. Вот такой протектор, хотя, как это назвать это протектором, это все одна сплошная резина. Вроде бы прошита, как и сказал, они весят целую кучу, блин, это как гора, блин, это 784 грамма, не знаю, не каждый ботинки, наверное, столько весит. Вот, у меня скоро будут мартинсы 1460, высокие, вот, интересно, они будут столько же весить, если легче, не удивлюсь, если они будут легче, тут просто вот, это резина, это вес, вот. Но они мне понравились, full price 160 баксов, я купил на скидке. Не буду говорить, на какого уже не помню. Вот, стильку я еле-еле смог отодрать, но не до конца. Боюсь ее испортить. На другой стороне видны вкрапления из угля. Видимо, что-то подобное, как ортолит. Больше нечего рассказывать. Грубо говоря, это суиды или баскеты, к которым снизу прикрепили кирпич. Вот, это идеальное ощущение, как есть. Больше нечего рассказывать. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.